Симфоне поклонники и родственники и коллеги легендарного певца Юрия Шатунова прощаются с ним. На прощание пришло огромное количество людей. Однако без инцидента не обошлось. В своем телеграм-канале жена юмориста Гарика Мартиросяна, Жанна Левина, опубликовала видео, на котором женщина хочет сфотографироваться с Юрием Шатуновым с очень близкого расстояния. Охрана попросила странную поклонницу покинуть церемонию прощания. Прощание с Юрием Шатуновым. Что у этой женщины под волосами? Вакуум? Недоумевает Левина. Под видео люди начали комментировать произошедшее. Совсем совести нет. Еще бы туда залезла. Как некрасиво. Она, по-моему, сумасшедшая, судя по наряду и прическе. Негодуют комментаторы.